Здравствуйте! Работу телеканала «Салям» продолжает Акиарская студия телерадиовещания. В эфире информационный выпуск новостей. С самыми последними событиями района вас ознакомят наши корреспонденты и я, Гульнас Ибрагимова. Итак, коротко о главном. Робо-степь-2021 расширяет границы. Конференция открытия раскрывает таланты. Райцентр заиграл новыми красками. В Акьяре появился первый светофор. В минувшие выходные в районе прошел третий межрегиональный чемпионат по образовательной робототехнике «Робо-степь-2021». В этом году он посвящен Году науки и технологий и направлен на популяризацию образовательной робототехники и стимулирование научно-технического творчества детей. Организаторами чемпионата являются Центр «Точка роста» школы села Целинное и Управление образования Хайбулинского района при поддержке общества «Башкирская медь». Как и в прошлом году, чемпионат проходил в дистанционном режиме. Видео события транслировалось на YouTube-канале. Чемпионат проводится онлайн. Здесь зарегистрировались 52 команды. Они будут участвовать в двух направлениях: творческой категории и перевозчик. Нужно было создать свой проект. Этот проект презентовать в виде видеофильма, отправить жюри. А в перевозчике нужно было создать робота, который бы сортировал кубики и развозил на свои места в зависимости от условия задачи. В соревнованиях приняли участие команды Абзелиловского, Чешминского, Благоварского, Бурзианского, Баймакского, Белорецкого, Зилаирского, Зианчуринского, Хайбулинского районов и городов Уфа, Белорецк, Туймазы, Октябрьский, Межгорье, Гай, Баймак и Сибай. Прислали очень много работ, работы интересные, работы сложные, было тяжело оценивать. В средней группе у нас с 1 по 3 класс. Тоже были работы присланы с разных районов, и Янаул был, и город Гай у нас был. Тоже также интересные работы представили. И старшая группа, это у нас 5 и 7 классы. Оценивать было сложно, потому что дети очень хорошо подготовились, хорошо выступали, хорошо отвечали. Сегодня мы будем им задавать вопросы, это будет наш последний критерий, по которому мы будем оценивать в общем выступление детей. Демонстрируя на экранах мониторов навыки своих роботов, ребята рассказывали членам жюри, как их можно применять в тех или иных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Вполне возможно, что именно эти ребята создадут нового робота 21 века. В последние годы дистанционные хищения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий стремительно набирают силу и становятся неприятной проблемой законопослушных граждан. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила безопасного поведения и обязательно довести их до сведения родных и близких. Об этих правилах расскажет прокурор Хайбулинского района Ильгисер Мухаметов. Ну, ежегодно необходимо отметить, что как на территории Российской Федерации, так и Республики Башкортостан, в том числе и в нашем Хайбулинском районе, совершается достаточно большое количество преступлений, связанных с дистанционным хищением денежных средств. Во-первых, это хищение денежных средств именно со расчетных счетов в банках, в том числе с банковских карт. На сегодняшний день, по состоянию на 1 декабря, скажем, за 11 месяцев 2021 года всего зарегистрировано 13 преступлений. По данным преступлениям ущерб гражданам причинен на сумму более 800 тысяч рублей. Необходимо отметить, что расследование, раскрытие преступлений, связанных с дистанционным хищением денежных средств именно с расчетных счетов, в том числе с расчетных счетов, привязанных к банковским картам, является высоко, скажем, сложным для раскрытия. Во-первых, это связано с тем, что многие операции производятся за пределами, скажем, Хайбулинского района, за пределами Республики Башкортостан, в том числе и преступники находятся за пределами Российской Федерации. Поэтому используется несколько большое количество схем, где переводятся денежные средства с одного расчетного счета на другой расчетный счет. В связи с этим хотелось бы отметить, что всего за 2021 год, за 11 месяцев, раскрыто именно преступление, раскрыто преступление только совершенное на территории Хайбулинского района. Это, во-первых, при
использование утерянных банковских карт. Во-вторых, это одно преступление раскрыто путем хищения, именно путем дистанционного хищения. Это по системе социальной сети «Контакт Плюс», где человек перевел контрагенту денежные средства. Виды мошенничества, виды хищения, вернее, они все относятся к мошенничеству, все относятся к хищениям, то есть к краже денежных средств банковских карт. Это, во-первых, самые простые, элементарные утери банковской карты и использование ее уже посторонним лицом при оплате товаров в магазинах, в иных, как говорится, использование их для оплаты уже в интернет-магазинах такого рода. И, скажем так, самые такие сложные преступления – это, во-первых, оформление на людей кредитов путем введения их в заблуждение, использование их персональных данных для хищения их денежных средств. Ну, здесь бы хотелось бы сказать сразу, что в большинстве случаев граждане вводятся в заблуждение и сами же предоставляют персональные данные, как свои личные, так и персональные, то есть данные идентификационные сведения по имеющимся счетам, в том числе банковской карты. Поэтому хотелось бы еще раз напомнить, неоднократно проводились различные встречи с населением, разъяснялось на средствах массовой информации о недопустимости передачи своих персональных данных третьим лицам, в том числе и банковские учреждения в своих пояснениях разъясняют, что банковский работник никогда не будет спрашивать именно сведения о счетах, сведения о персональных данных граждан. Поэтому хотелось бы еще раз предупредить граждан не доверять посторонним лицам, не доверяться посторонним людям. И очень аккуратно ввести при приобретении различного рода товаров в интернет-магазинах. На прошлой неделе в Управлении образования района прошла традиционная научно-практическая конференция школьников «Открытие». Целями конференции являются поддержка талантливой молодежи, демонстрация лучших достижений школьников, формирование творческих связей с исследовательскими коллективами и научными центрами дополнительного образования, привлечение внимания к проблемам развития интеллектуального потенциала общества. В конференции приняли участие победители отборочного тура исследовательских работ и проектов в школах Айбулинского района. В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате. В составе жюри работали специалисты управления образования, представители общества «Башкирская медь» и районного историко-краеведческого музея. До этого проходил заочный этап, на который было представлено 50 работ учащихся с 1 по 9 класс. Сегодня мы проводим второй тур уже, где участники, прошедшие на второй тур, защищают свои работы, свои исследования. Сегодня участвует 19 учеников, это с 5 по 11 класс. Вчера мы слушали защиту работ наших маленьких учащихся с 1 по 4 класс, их было 10 человек. Учитель второй школы села Акер Альфия Аль-Мухаметова не первый раз участвует в данной научно-практической конференции. В этом году она с учеником 8 класса Дмитрием Цикало представили проект «Что такое самозанятость» и завоевали почетное второе место. Это очень актуальная тема, потому что очень много сейчас предоставляется услуг, которые не несут налог государства, то есть это очень сильно влияет на экономику страны, да? Поэтому мы хотели бы раскрыть вообще, что такое самозанятость, рассказать учащимся, что это все легко и просто. В данной конференции приняли участие около 30 школьников со всех уголков района. Нужно сказать, что с каждым годом расширяется тематика работ и повышается уровень изучения поднятых в ходе исследования вопросов. Резида Таймасова, Ямиль Ибрагим, Гульнасурина, служба новостей. Приближается один из главных праздников – Новый год, от которого мы ждем счастливых перемен в жизни. Ощущение праздника пребывает с нами задолго до начала новогоднего дня. Большую роль в создании предпраздничного настроения играет иллюминация, которая является главным атрибутом в оформлении улиц, домов и зданий к предстоящему празднику. Как идет подготовка к встрече Нового года в нашем райцентре, смотрите в следующем сюжете. Ничто так здорово не поднимает настроение зимой, как предновогодняя суета. Нарядные украшенные шариками красавицы елки, мигающие сверкающие гирлянды.
Нужно сказать, что в Евроцентре идут к завершению работы по подготовке ледовых городков и украшению зданий, территорий предприятий, учреждений, а также дворовых и придомовых территорий. С 1 декабря стартовал конкурс на лучшие новогодние оформления дворов. Конкурс проходит с 1 декабря по 25 декабря. Критерии оценки – это наружное оформление дворов, световое оформление входов, фасадов зданий и оформление прилегающей территории. Оценивается по следующим критериям: наличие элементов новогоднего оформления, световое оформление, тематическое оформление прилегающей территории, создание комфортных условий для отдыха и развлечений, оригинальность, индивидуальность, качество оформления. Спонсорами этого конкурса являются администрация сельского поселения Акиярский сельсовет и предприниматели районного центра. Самым популярным украшением дома на Новый год является, конечно же, елка. Вечно зеленое дерево, декорировано огнями, мишурой и игрушками, задает отличное настроение и является символом праздника. Но фантазия людей безгранична, и мы давно уже при украшении интерьера не ограничиваемся только одной елкой. Житель села Акер Ильнар Тагерв, начиная с 2015 года, подходит творчески к вопросу украшений не только дома, но и своего двора. В этом ему помогает его семья. Елка, ну что, нам... Яңы ел етіп кеген хайын, өдім шул дәртлі көңгіл мәрін келіп тұрып, ихлас көңгіл мәрін тұрып, не только өдімді, өдімдің ғайламды, әр вақыт көші терәлерімді, Хайбула район Акияр қасабағында ешеген халықты, район қасабағында ешеген халықты, шул дәртлерін көтәрәм деп, ел хайын шул өйді бидейм. Ол мені уже 15-ші елден берлі келәветінді, интернеттегі мәлікейрак болды, потом уже ел хайын зұрайта-зұрайта барып шул. Матур итеп бидеклеп коям, килгән кеше килеп карайлар, звонит итәләр, каса яхаң, кай вакытта яхаң, итеп ялгын янамы, юкмы, итеп шуга килеп карак буламы, итеп фото төшсәк буламы, итеп. Мин гөр әлбәттә гөр, һедән өчен эшләнелгәнен гөр. Балалар да килеп карай, килеп фото төшсәк, тотып та карайлар. Чтобы почувствовать атмосферу праздника, уже сегодня Рамиль Арсланов сделал свой двор ярче и привлекательней. Он украсил его новогодними фигурками, сделанными своими руками. Хатаным хотя бы булан мы ишлеп бетигез, ишлеп бергенем охшап калды, ан тагын ишлеп тигез. Мене баягы внуклар, внучкалар кайталар бетинде, шуларга азрак көңүлдерек болсун деп, ошол тема сыктан, алюминий тема сыктан, ошол эти фигуралар уруп, жан подсветка ягап инде, гирлянда менен, кайтып ишлеп отурту мына тиен, ана уак нелерди, хайвандарды ошол Арфах сайын ішлені енді, үрілен ішлі, мен ішлені ғана бұланды, осы қашбабайда енді. Кеші дәртте бұға үйренлерге ана бір немелі еңінді. Дәрт кені керек, дәрт бұға үйренлерге ола. Конкурс на новогоднее оформление стартовал уже 1 декабря и продлится до конца недели. Тем, кто еще не успел подать заявку, следует поторопиться. При оформлении фасадов зданий и домов важно не забывать о мерах противопожарной безопасности. Благодаря общим усилиям нашего села заиграет новыми красками. И праздничная атмосфера будет царить не только в домах и квартирах, но и на улицах села, обеспечивая всех жителей и гостей хорошим настроением. Резида Таймасова, Ямиль Ибрагим, Гульнасурин, Венер Тулубаев, служба новостей. Ни для кого не секрет, что светофор является одним из важнейших средств регулирования дорожного движения. Он решает несколько задач, увеличивает уровень безопасности дорожного движения и улучшает его качество. В Акиаре появился первый светофор. Его установили на одном из самых аварийных участков автодороги Акиар-Сибай. Уважаемые жители села и гости нашего районного центра, с 15 декабря на перекрестке объездной дороги села Акиар и автодороги на выезд в город Сибай заработал новый светофор. Ранее перекресток был нерегулируемый, что создавало сложности для водителей при проезде этого участка. Случались постоянные аварии. Сейчас все подходы к перекрестку стали регулируемыми. Водители призываю обратить особое внимание на новые знаки «Стоп» и направление движения по полосам. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. Необходимость светофора на этом участке назрела давно, и его установка поможет избежать дорожно-транспортные происшествия, периодически случающиеся на этом перекрестке. Но в то же время не стоит забывать и о взаимоуважении, ведь человеческий фактор на дорогах еще никто не отменял. Будьте внимательны и берегите себя. Рубрика «02 сообщает».
За прошлую неделю с 13 по 20 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Хайбулинскому району поступили следующие сообщения. ДТП. Два дорожно-транспортных происшествия без пострадавших зафиксированы в селах Акьяр и Самарское. Автомашины получили механические повреждения. Разное. За управление в нетрезвом состоянии задержаны 6 лиц из сел Акьяр, Бурибай, Татарузяк, Абубакирова и Ивановка. Автомашины помещены на штрафстоянку. Возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных средств у жителей села Макан. Лица установлены. Выявлены факты незаконной рубки сосен жителям села Ивановка и перевозки деревьев без соответствующих документов жителями села Акьяр. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Масочный режим обязателен. Сотрудниками полиции выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в период эпидемии коронавируса некоторыми жителями района. Составлены 4 административных протокола. В различных магазинах районного центра и других общественных местах находились без масок жители сел Акьяр, Подольск и деревни Мамбетова. Это были последние новости к этому дню. Мы следим за развитием событий в районе. Оставайтесь с нами. До новых встреч! Четырнадцать регионов Приволжского федерального округа в одной мелодии, которую написала сама природа. Смотрите и слушайте с 27 декабря.